Василовский Мас, приедем. Я вас приветствую, дорогие друзья. Так. Так, салут. Васалут, Баткшибалцы, Актив, Шидиаспора, Шкишинау. Я думал, вся страна на Майовке сегодня, но у большинства граждан страны Майовка дома. Так, секундочку проверю, как. Так, вижу, идет. Так, доброго вечера всем. Значит, должен был в 22:00 выйти дать короткое интервью ТВ-8, поэтому как бы вам написал, лайв не планировался, но так как 22:10, а там еще обсуждают, как Дадон лук сажает, почему зерно вывозят из страны, думал, выйду-ка к вам онлайн, потому что мы с вами так общались чаще всего. Так, и заодно сейчас, если позвонят по скайпу, как бы с ТВ-8, как бы дадим им комментарии вместе с вами по вопросу, который их и многих представителей СМИ сегодня очень интересует. Ну, с одной стороны, с другой стороны, меня не особо интересует, что интересует СМИ, меня интересует, как бы, чтобы всегда реальную ситуацию знали граждане нашей страны. Asta este pentru mine un lucru foarte important. Așa. Так, мы на карантине, Майовку после отметим. Штутгарт на связи. Так, что-то произошло с телефоном. Так. Так, вижу на связи Кишинев, вот Лондра есть онлайн, Штутгарту, Алтиво Раша, Европени. Так. Так, хорошо. Так, Салутари Дим Парис. Бунасяр Латос. Так, как Майовку отмечать? Я хочу с вами поговорить, но просто как бы не начиная пока тему, потому что все-таки сейчас могут позвонить с ТВ-8. Так, как бы у нас там идет так. Посветлее что-то. Так, Николай Николаевич Григоришин присоединился к нашему эфиру в Аткахулу. Ребят, те, кто сейчас онлайн, делайте, пожалуйста, репосты, чтобы это видео увидело максимальное количество жителей нашей страны. И тех наших, кто за ее прием. Бунасяра. Том примар де ла фалеш тень. Александр Северин, господарю ностру де ла фалеш. И в этот печей день Барселона. Я вам спустя держать маймул теорика. Кэнда... Sunt atâția oameni online când se fac atâtea reposturi, noi nu mai există frica care exista cândva, că oamenii nu vor afla adevărul din cauza că toate posturile de televiziune, adică nu corect, nu toate, majoritatea posturilor de televiziune sunt media holdingul colorate. Și asta pentru mine este o demonstrare clară. Cetățenii vor să știe adevărul. То есть то количество просмотров, которое есть благодаря вам, значит, я понимаю, что позволяет мне довести информацию до сотен тысяч граждан страны, потому что я буквально на днях, там, когда смотрел количество подписчиков в Фейсбуке, то есть
Я там, оказывается, неправильно раньше смотрел на страницу. Да, там 120 чем-то тысяч лайков, но подписчиков больше 180 тысяч. И я посмотрел по сравнению с другими политиками, благодаря всем вам, благодаря тем, кто смотрит и делится моими эфирами, значит, просмотров намного, не просмотров, подписчиков намного больше, чем у всех молдавских политиков. Потому что раньше, я помню, там за время своего отсутствия в стране смотрел, там Майя Санду была на первом месте, Дадон покупал там лайки в Индии и в Уругвае еще где-то круглосуточно. Вот, и как бы я просто, что за время вот карантина, за полтора месяца, там что-то на более 70 тысяч подписчиков прибавилось в Фейсбуке, больше 45 тысяч в Инстаграме, значит, и те сообщения, которые вы пишете, значит, те комментарии, которые вы пишете, говорит как бы, ну, говорит о том, что мы как бы должны продолжать вместе с вами идти вперед. И как я говорил бельчанам, вернувшись после длительного отсутствия в стране, значит, мы вместе построим и новый город, и мы вместе построим новую страну. Ага, думал, там меня зовут. Так. А вот кто-то пишет в Инстаграме 72. Да, 72 тысячи. 72 тысячи – это общая цифра. Но я имею в виду, у меня там было 27 тысяч или 27 200, сейчас 72. Вот кто-то пишет, что в Инстаграме больше… не в Инстаграме, а в Фейсбуке уже больше 190 тысяч. Вот. И это, безусловно, как бы является сегодня тем, что мы с вами… будем продолжать нашу большую работу. Вот, поэтому за это вам огромное спасибо, за вашу поддержку, за вашу любовь, за ваши репосты, потому что я много раз говорил о том, что в стране можно бороться и хотеть что-то менять тогда, когда это поддерживают люди. И для меня, безусловно, это очень важно. Так, кто-то вот пишет: диаспора, помогите вернуться в Молдову. Родные мои, ну вы же знаете мою позицию на эту тему. Я все деньги, которые у меня были на карточках, перечислил разным людям, которые застряли в разных городах, разных странах мира. И сегодня, если бы мне разрешили заняться и организовать этот процесс, вы бы давно все были дома. Вы прекрасно знаете, что на самолеты, которые я нашел в аренду и так далее, правительство не дает разрешения, а мучает людей, везут их автобусами по несколько суток за деньги, которые, ну, стоимость билета на автобус стоит дороже, чем на самолет. Так, связь есть, может, что-то написала. Ваша трансляция была приостановлена потом. Так, в отпреднении Федерации Руса. Так, привет с Украины. Спасибо большое. Так, что там на ТВ-8? Ага. Домна Василий Настас и дискутала ТВ-Опт диспре экспорту Грыулы. Когда-то старого возводка Грыулы с экспорта не Молдова. Ланой сесть. А мы ламаскултат Смайлику остров. Главный. Смайлику дышка. Акума практик носили берязи. Акти пентру экспортаря Грыулы. Практик носит. Да ладно, и так практик носит или берязы. Адика или берязы. Чего? Птизгум. Адика и пермиции, и кулопата, шадук, куками ванили. Да, мне ферешьте. Вот, там вруцы дискутку, думеваться, что он дискута кума. Субъект лукариаста за пост фарти дискутата на масс-медиа. Где Республика Молдова. Кум астас репрезентанси дела амбассада Румынии Республика Молдова. А он торс астас бани карио ерлям датл пентру доктори карио вини де Румния пентру спричини коллеги лор доктори димбалс. А че субъект акуш лвом дискутай медиат ла ТВ Опт ин директ ше особет кари интрибер ворфи дим партия модераторы ла ТВ Опт особа пунш пи думиластр свидец ку мини адика свидец онлайн а чес интервью ше дупаста
Дупаста с континуум шиной. Води как бы распон, что думаю, астер, ну ничего, проблема. Так, привет, стал. О, вы не поверите, только что подключился один человек. Угадайте, как его зовут. Прическа лыса. Значит, иногда бреет голову, как бы, ну, чтобы чуть вот тут было похоже на Додона. Значит, имя его называется на букву А, фамилия на букву П. Угадайте, о ком я говорю. Так, Салутер, дела, Париз, ВВП, Николай, Табаран, вижу, Фалерский район. Да. Решите правильно все вопросы, которые касаются граждан Молдовы и молдавских земель. Ну, правильно, особенно когда речь идет о том, что вы задаете вопросы всех молдавских земель, нам бы добиться для того, чтобы мы в парламенте могли изменить закон не только по землям, а вы понимаете, что сегодня у нас абсолютные там пробелы, либо бестолково были приняты ряд законов касаемо земель, парков в городах, значит, касаемо незаконных построек или так далее. Так, короче, тут кто-то разоблачил того, который по прическе пытается быть на Додона. Давайте-ка, так. Так, Ренат, на сайте посол Молдовы РФ появилась анкета для диаспоры с какими-то странными вопросами. Интересует ваше мнение. Я не видел эту анкету. Скиньте мне ее. Так. Короче, вы все угадали. Не будем сейчас раскручивать того человека, который там чуть-чуть вот здесь похож на смайлика. Значит, очень хороший парень. Так, Салты одинаковые. Так, что-то седал, ботает тут к угрыву. Так. А что, Петков самый популярный в стране? Вот я смотрю, все пишут. На русском, на молдавском. Домну Петков, Домну Петков. Да здравствует Александр Петков. Капец, а? Салутер день Штефа Вода Уланешт. Салут Штефан Вода. Привет Германии. Ребят, извините, если я кого-то из вас задерживаю. Просто жду сейчас подключиться онлайн. Ага. Вот, по-моему, мы сейчас с вами должны выйти. Примару дебал, Ренато, устаты, здесь прибани, кари, офострит у нас. Понятно. Когда помогаешь кому-то, не все показывают, а как какой-то скандал вокруг этого, все на работу сегодня. Даже у Унимедиа сайт Додона, который про меня не писал новости полгода, сегодня написал. Доктор и Румыния, вот там туда-сюда. Так, ребят, звонят ТВО. Все, Молдова, сейчас вам поверну камеру. Da. Domnul Sată, bună seara! Bună seara! Din păcate nu vă văd, dar în schimb vă aud. O secundă, vă rog. Vă rog frumos să porniți video. Da, încerc. Și неужели ЛТВ опный сигнал? Короче, если не получится, буду с вами в онлайне. Bună seara. Да. Băieți, este libertate. Este, da. În câteva clipe, domnule Osată. Așa. Da. Так, ребят, перепишу. Noi cu dumneavoastră deam suntem acum în direct, că eu sunt direct pe Facebook, pe pagina mea. Dați-vă rog frumos sunetul mai tare în platou, că aud foarte frumos. La voi la TV8 iar bate vântul, să aude parcă e Marea Neagră. Nu, bate vântul, e liniște. Dar nu, parcă așa e un zgomot. Și când e
это мунка. Я какая ситуация? La bot flows. А? Domnul Sapin, vă supărați, am intervenit. Puteți să corectați camera un pic. Cum? În dreapta dumneavoastră. Așa e bine, perfect. Gata, nu mai mișcați nimic, mulțumesc frumos. Așa. Da, în Bălți lumea tăman de apă la curcani. N-am auzit. Bălțenii scaldă curcanii după baie, nu? Păi ce n-aud. Nu este sunetul, băieți. Nu-i sunet. Cum nu-i sunet? Dacă în prezentatoare e frumoasă, de sunet nu-i nevoie, destul de video să fie. Adică ați poate fără sunet. Так, Акуш, я с онлайн шапаной, континуем, окей? Ne bate seceta, dar nici pandemia nu s-a terminat. Astăzi numărul medicilor se ridică la 1000. Între timp, 42 de medici de peste Prut au ajuns la Chișinău ca să ofere suport lucrătorilor medicali de la noi. Cei care au ajuns la Bălți au fost întâmpinați cu daruri din partea primarului, dar și cu $1000. Bani care au fost returnați de primarul generos. În legătură prin Skype este cu noi Renato Usate. Domnule Usate, bună seara! Bună seara! Domnule Usate, i-au ajuns banii înapoi de la medici? În primul rând, haideți să explicăm cetățenilor corect cum a avut loc tot despre ce ați spus. N-au venit și au fost întâmpinați cu daruri, cum spuneți dumneavoastră. Eu i-am întâmpinat ca un primar, ca om gospodar, i-am întâlnit. Era o problemă cu cazarea, care am văzut din mass media că s-a întâmplat și la Chișinău. Am rezolvat-o în 5 minute că guvernul apartamentele care le-au aranjat până la urmă nu erau gata. Le-am organizat la fiecare doctor din România câte o cameră la hotel în centrul Bălțului, adică să se simtă ok. Și cunoaște toată țara. Deci decizia mea de a le da acest premiu, deci a fost o decizie ca în semn de recunoștință pentru gestul lor nobil, cum am mulțumit doctorii din Bălți. Eu doar asta n-am făcut-o separat pentru doctorii din România. Pentru luna aprilie fiecare doctor a primit câte $1000, asistentele medicale câte 400. Înțelegi? Dar cum vă simțiți acum că medicii nu au luat acești bani? Da, dumneavoastră, nu vreți să vă uitați la video sau să-l puneți la televizor și să vedeți au luat acești bani sau nu? Asta primul. Deci totul ieri a fost ok. Deci cu această reacție n-au venit medicii, n-au venit doctorii, dar a venit ambasada României în Republica Moldova, unde astăzi chiar și-am contactat mai mulți oficiali și de la ambasadă și din România, unde mi s-a spus că, domnule Renato Usate, a fost un gest foarte generos, este o mică problemă, că acești doctori n-au venit ca ajutorul spitalului din partea Botoșanilor pentru Bălți, dar este un ajutor oficial din partea statului român către statul Republica Moldova. Și s-a primit o situație nu chiar... Adică mi-au spus că trebuia de coordonat chestia asta, de întrebat ambasada mai întâi. Da, eu poate neavând o experiență ce ține de relațiile externe, da, o recunosc public, eu am făcut ca un băiet gospodar, știți cum? Adică noi mult în țară, eu mult în țară nu trebuie să le fac, eu doar nu trebuie până la asta să donez 10.000 de măști pe la spitaluri, să hrănesc doctorii, asta trebuia să o facă statul, nu? Dar eu practic nu vă aud, spuneți să vă adaugi o leac de sunet. Pe video sunteți frumoasă, dar nu vă aud. Am vrut să vă întreb, dumneavoastră, vă cunoașteți cu proprietarul Transoil? Vahar Dăjașii? Eu știu foarte... Deci ne cunoaștem vizual, n-am vorbit cu dânsul de vreo 4-5 ani, dar cunosc foarte bine că el stă în spatele fabricii de uleiuri din municipiul Bălți. Deci nu știu dacă el este... proprietar pe hârtie, da, adică cine juridic, dar că el este proprietarul real de foarte mulți ani de fabrica de uleiuri din municipiul Bălți, este adevărat. Dar, stați, noi ședem de la doctori, trecem... Ce informația aveți despre rezervele
mierile de grâu și exportul despre care se vorbește toată această săptămână. Păi de obicei dețineți informații din surse care ulterior... Dar nu, dar Vaja Jășidi foarte mulți ani era omul la care vineau în genunchi majoritatea gospodarilor din Republica Moldova ca să poată exporta grâu. Că au avut, îl are acest monopol de foarte mulți ani. Deci asta nu e o chestie secretă, ca să cunosc. Nu știu de ce așa vă interesează. Da, este o problemă. Dar cine venea în genunchi? A? Din politicieni vă referiți? Nu, veneau oamenii gospodari, liderii de prin țară care creșteau grâu, nu politicienii. Eu vorbesc acum despre oameni că a fost creat un monopol artificial și vă dați seama că un om gospodar, o gospodărie crește mai mult grâu și avea posibilitate să lese și pentru uz intern și pentru export, o făceau, deci aveau posibilitate să-l exporteze doar prin Vaja Jășă. Deci acest business, dacă nu greșesc, există de vreo 10 ani, cred că. Domnule Osatiu, pe de altă parte, șeful statului spune chiar astăzi, a declarat că nu vom muri de foame. Și de altă parte, jurnaliștii de investigație scot la iveală că grâul este exportat de toate. Știți cum? Eu tot nu sunt tare slăbuț la mele, nu am figură de model, dar cu bărbuța lui șeful statului nostru, pe dâns poți să nu-l hrănești 3 ani când a să moară de foame, înțelegeți? Adică șeful statului se exprimă foarte delicat. Practic nu se eliberează niciun document. Chiar am privit la dumneavoastră acum, înainte de a intra online. Cu dumneavoastră am privit reacția lui. Adică el, știți cum, ca șmecherul, el doar nu a spus. Din cauza secetei este sistat exportul a grâului de Republica Moldova. Asta e răspuns clar. Dacă după cum m-am interesat, eu practic nu se exportează. La noi țigările au apărut pe timp de coronavirus. Ca să știți, 55 de milioane de țigări s-au importat pentru firmele transnistrene la care tot el le-a dat licență doar în luna martie, când deja tot globul pământesc era în pandemie. Înțelegeți? De asta pe mine asta nu mă miră deloc. Haideți puțin să vorbim, pur și simplu nu am început cu doctorul Cubăl și am trecut la Igor Dodon și la Vaja Jășă. Deci, Da, am vrut să vă întreb dacă tot revenim la doctor, unde au ajuns banii? În contul cui? Deci astăzi reprezentantul, împreună cu reprezentanții ambasadei României s-au întâlnit cu doamna Dubițca, cu viceprimarul municipiului Bălți. Acești bani vor fi transmiși în cont special pentru lupta cu COVID-19, în care eu deja am transferat anterior sute de mii de lei. Mai ales că săptămâna viitoare noi avem un program. Iată vă dau o întrebare clasică. Ca la cetățean, nu ca la reporter. Deci acum toți doctorii din țară, la centrele de medici de familie, da? Deja trebuie să se implice, să meargă în focar. Pentru a identifica potențial pacienți cu COVID-19. Vă dați seama că asta... sunt obișnuiți cu daruri în plicuri, cum dumneavoastră, cel puțin spuneți că ați dorit să faceți un bine. Așa. Dar deși medici... Acest bine, din câte vedem, nu au fost acceptat de medici din România. Dar vă spun încă o dată, de ce dumneavoastră repetați ceea ce spun site-urile lui Dodon, că medicii nu au acceptat? Dumneavoastră mai întâi priviți video cum a avut loc evenimentul. Deci... Eu ieri am spus în față la colegi de dumneavoastră la reporteri când le-am dat, nu le-am dat pe deascuns și cineva scrie pe site-uri că n-au știut că au venit acasă și au deschis și în loc de diplome au văzut bani. Asta, deci, informația va corect. Nu a fost așa, deci acest lucru a fost ieri făcut public și eu le-am mulțumit pentru lucru. Eu am făcut-o cu un singur scop, să nu fac diferență între doctorii care muncesc în Bălți în prima linie cu cei care au venit să-i sprijine de peste hotare. Dacă am făcut-o greșit și nu trebuia să o fac, îmi cer iertare și de la Dumnezeu și de la toată țara. Dacă cineva a văzut în asta un lucru urât. Domnule Osate, vă mulțumesc mult că ați găsit timp în această seară pentru o întreabă. De o seară frumoasă. Maladies. Tak, stimați prieteni, noi continuăm. Mergem la altă cameră după Curtea Constituțională. Tak, stimați prieteni. Haideți să continuăm noi fără TV8, că, короче, am intrat să explic situația cu doctorii din Bălți și am trecut la grâu, la Vaja, la câte zile păstrească fără hrană Dodon și așa mai departe. Că dacă știam, nici nu ieșeam. Stăteam cu voi, noi stăteam bine.
Если мас приятель, апру твоей информации, астас, матрезес демняца, ку нешти, ку нешти месажа, к я точнева один амбассада Румынии, макаутусы, дискутика, врау сантуарка бани, карелли, андат лад доктор. Короче, я рамас шокат, пын ла урма, m-am uitat reacția, m-am sunat cu ei, domnul Iusate, trebuie să înțelegeți, n-ați făcut nimic rău, dar este un ajutor din partea statului român, toți doctorii sunt achitați, inclusiv premiile și așa mai departe. Partea Republica Moldova trebuie să ocupe numai de cazare, trebuie să o facă guvernul, am făcut-o ei ieri, că guvernul cum face doctorii ieri sărașii prin Chișinău de România îmi blau pe drumuri. И до сего пентрон камин пенал, то до пакома читит он масс медиа дяз. И он факут, аж как он сфак лавами господарь, ни чинич минуте он казат, кто сам хотел один нучи пюбалс. Деч, я к нам афлат, к ей вор сантуарка чербань. И он факут, аку ман спус, дин гандур буни, к ляндат лай ноштри лабалс, дат си ажут, ади какум си ажут. Целит фак, а че ж, донатии ж пентру че дня Румне, то есть, ну, чтобы не разделять людей, не шо дата нам импорцит ин Молдовень, Руш, Украинень, Румынь. Шан факуту фарт синчер, ши ер карят вазут видео пи интернет, плен спус, боец, вам муцумеск пентру джесту востру ероек, ш пентру факту кац сажунс ин Република Молдова, с не ажутац, ш акума, акума это ляндат ла доктор Димбалченко, домну директор диспитал, domnul Rotar spune, da, iată, domnul primar la noi, a achitat 60.000 de lei mâncarea pentru doctori, pentru două luni. Știți foarte bine că am donat 10.000 de măști, cumpărați din bani personali, pe lângă măștile care au fost cumpărate din partea primăriei. Am dat 350.000 de lei la doctorii din Bălți, 100.000 la doctorii din Fălești. Pe timpul ăsta и дадем батаю ку лукрерли, кан ера посибил. Аз вазут, кан стрикат ресторан начала лепит, шконструит легал ди театру Василия Александрии. Тот проект у стал финансаз. Аз вазут, кан сусценут тинерий, каре он чапут с продука визиерин Република Молдова. Лям донат лор 10.000 евро. Акума пенту саптамана виетуаре, ка докторий с интри медичи де фамилии, сынтрин контакт ку пациенцы. Дуар ин казур стрик нечесари. Мы реферим контакт, кан дежа вэт с вэт унили симптоми. Шка доктору дуар ин ачес каз сажунга, кан сын нешт симптоми клари ла пациент. Дичи ан дичи саптамана виетуаре, дичи у компании дин Република Молдова, а дату прес фарти бун. Și săptămâna viitoare le cumpăr 75 de smartphone-uri la toți, la doctorii, la medici din centrul medicilor de familie, ca ei pe video, prin WhatsApp, prin Viber, pe telefon, să discute cu pacientul și doar dacă deja vede care simptome clare, doar după asta să meargă. Vă dați seama, dacă omul n-are simptomele de COVID, vin acasă, în halate, îl îmbrac și pe dânsul, îl pun în salvare, și ap să duc, îl duc la spital, și ap aștept testul. Dar așa medicul de familie, dacă vede simptome clare, vă dați seama dacă ei vor discuta, așa cum discutăm noi acum online. Și doctorul spune, tac, arătați, vă rog, fruntea, arătați, nu știu ce, adică chestia deci ei au venit cu inițiativa, doctorii, eu am susținut-o și iar pentru asta am buget, nu-s bani și iar tot din Rolls-Royce să meargă și smartphone-urile, înțelegeți? Поэтому сегодня, когда кто-то пытается интерпретировать, вот, врачи пришли, вернули посольство. Вернуло посольство, врачи вчера сказали, как бы спасибо, они были удивлены. И послушайте, я всегда делал какие-то добрые дела, и если сегодня вы считаете, что я поступил ужасно, и я не должен был этого делать, то есть то, что я вчера дал по $1000 врачам, которые приехали из Румынии,
Вот мне интересно ваше мнение, скажите, скажите в комментариях, если я не прав, я могу извиниться перед всей страной, понимаете, то есть я просто, точно не имел в виду чего-нибудь плохого. И когда за то, что я увидел сегодня, сколько реально есть злых людей, я сегодня увидел, сколько есть подлых людей, да, то есть вот, которые писали комментарии, посты там некоторые и так далее. Поэтому, вы знаете, да, есть разные люди и в Молдове, и в других странах, и вообще во всем мире, но я все-таки живу с мыслью, да, и живу как бы с мечтой, что добро все равно как бы победит зло. И я понимаю, что у нас сегодня, вы прекрасно знаете, есть масса политиков, есть масса барыг, которые, значит, там ходят, типа, живут на зарплату, значит, на самом деле, являются мультимиллионерами и строят там из себя недотрог. Да, я другой человек, я иногда, может быть, слишком резкий, иногда слишком прямой, но я такой, какой я есть, я настоящий, понимаете, я не буду что-то делать для того, то есть вот это политически выгодно, как говорят, послушайте, это бред. Я делаю так, как считаю нужным, так, как воспитывали меня родители. Понимаете, то есть я несколько дней назад, там помню, находясь в Кишиневе, там стоял у банкомата, там минут 30, просто выгружал все деньги, которые есть как бы на карточке, там кто-то там долго дал, значит, и наличными там положил мне как бы в другой стране. Значит, я вот стоял, снимал эти деньги, и да, блин, ну тяжело у нас сегодня. Да, у них зарабатывают врачи намного больше, чем у нас в Молдове. Но, а что мне сказать людям? Вот я каждый день, я это не публикую в Facebook, там кое-что я публикую, кое-что нет. Вот мы раздаем пакеты, вот которые покупала при Море, там каждый пакет весом 20 килограмм. Многие из вас видели в соцсетях, там очень качественные продукты, да. И вот каждый человек получает вот именно полноценный пакет. Там и шпроты, и маслины, сыр, колбаса, сахар, крупы, чай один, там чай другой. Я такие пакеты своих денег покупаю по полтонны в неделю в магазине. Понимаете, да, каждый делает как бы как может, но я не могу. Вот мне пишут семья там, двое детей, трое детей, без мужа, инвалиды и так далее. Вот мне Дана, помощница, дала список на понедельник. Ренат Георгиевич, готовьте. Как бы нужно еще как бы 40 пакетов. Значит, 40 пакетов, вот считайте, там, по 20 килограмм пакет, это как бы получается 800 килограмм. Я хочу поблагодарить магазин Бельский, продуктовый, который их собирает, то есть мы дали там им перечень, и они это все нам в коробке, как бы из-под конфет, пакет это все сортируют, то есть еще не надо сидеть в офисе или где-то там, делить эту там колбасу, сыр и так далее. Да, вот у нас ужасно. А как я могу сидеть дома, есть жаркое там, или там рыбу, которая мне нравится, и в это время читаю там тысячи сообщений от людей, которые пишут, говорят, извините, помогите хотя бы, пожалуйста, продуктами, мы как бы не умрем от коронавируса, умрет по голоду. Вот. Кто-то там начал сегодня творческая интеллигенция там возбухать. Вот, Аша, доктор Иди Румыния, я уда там фа целую саты. Эй, доктор Иди Румыния, сан фарти, окей. Каши доктор Илануин Цара, доран дискутат, эркуд у меня лор. Да, ксеневалю спуз, вы, ну, спатика, спринец, вовщал на Румыния, шам, эти парти. А стояла эта ситуация, поэтому вот такие дела. Так. Кто-то пишет, не скрывайте чувства, идущие от сердца. Как вы посчитали нужным, так и сделали. Все правильно, да. Ребят, спасибо за поддержку. Значит, я в Бельцах. Сейчас думаю, может быть, переберусь в Кишинев тихонечко. Значит, посмотрю, что там. Сегодня был здесь. На денек-другой приеду в Кишинев. Какие-то встречи запланированы, какая-то работа. Огромное вам спасибо еще раз за всю ту поддержку, которая есть с вашей стороны. Спасибо за то, что многие из вас
продолжает уже много лет идти вместе со мной вперед, кто-то присоединяется по пути, мы с вами сможем сделать очень много. Самое главное, чтобы мы сохранили это желание в нашей стране что-то поменять. Я вас люблю. Всем хорошего вечера. Делайте, пожалуйста, репосты. Нам не нужны там Дадон ТВ для того, чтобы все граждане страны узнали правду. Для этого нас много, у нас целая страна. Огромное вам спасибо. Люблю, обнимаю. Осяра кэт май фрумаса. Все, ребята, обнимаю. Пока.